Всем добрый день. Сегодня, ну скажем, не так, что обзор и немножко более техническая информация. Значит, делаю вот такую кровать. Сейчас покажу, что заказчик скинул фотографию, свои пожелания. И вот, согласно этому проекту, мы делаем кровать. Значит, дизайн не наш, наше только исполнение. Так, что он собой представляет? Значит, спинка, обвязка ясень. Все это ясень. Это шпанированная фанера. Так, царги. На царгах немножко более остановлюсь чуть-чуть. Значит, изначально царги должны были быть из ясеня. Я даже все уже ясень попилял, все сделал. Но потом немножко, по некоторых своих моментах, причинах, я сделал из шпанированной фанеры. Почему? Потому что не смог подобрать по текстуре доску, чтобы она была, например, чтобы все доски совпадали по узору. А так, смотрите, что у нас получается. Вот, например, узор идет по спинке, да? Вот. Вот такой же узор идет у нас на приночи. И вот такой же узор у нас, например, идет, да, вот, и на нижней царге, на боковой царге. То есть видно, что это, скажем, по дереву нет разбежности, что она так смотрится в комплексе. Если бы это из массива с 50-ки, я, наверное, этого не смог бы достичь. А так оно как раз хорошо получается, но сейчас я просто мне ракурс не позволяет все это снять. Например, вот с этой стороны будет, да? Ну, попробую сейчас, может быть, попробую как-то. Нет, наверное. Ну, что-то примерно вот так. Насколько это возможно. Значит, как сделаны царги? Как сделаны царги? Вот смотрите. Фанера. А пришивка одна. Соответственно, пришивка другая. Здесь ясень. Вот. Вот так оно идет. Ну и здесь, соответственно, будут уже лежать рейки. Так. Далее. Ножка. Как крепится ножка? Вот такая ножка у нас идет. Вот она снизу. Сейчас покажу. Ну, вот так вот немножко приподниму. Вот она. Что собой представляет эта ножка. Вот так она сделана. Соответственно, крепление этой ножки у нас будет идти. Вот снизу. То есть снизу. Вот с этой стороны она будет крепиться к самой кровати. То есть она будет и саму кровать держать, и будет четко держать геометрию. Далее царги крепятся на болты. Точнее, здесь будет шпилька, гайка. Там идет у нас футарка, по-моему. Так правильно называется по-научному. Ну а здесь идут на, соответственно, на мебельные болты. То есть четко хорошая конструкция. Далее средняя рейка у нас идет вот на таких зацепах. Это фирменные зацепы, я их сюда поставил. Так, сейчас. Ну зацепы, это понятно. Кто с этим работает, тут видно. Так, дальше. Почему вот эти вот прорези идут, да, вот видно? На этой рейке вот эти вот прорези идут. Это что получается? Это получается то, что я не схалтурил. Это я специально сделал прорези для того, чтобы снять напряжение. Чтобы не было выгибаний царг, потому что были у нас некоторые такие случаи. Вот здесь идет распил. Это сделано, видно, что доска, например, сначала я цельную доску запустил, а потом ее распилял. Можно было, конечно, из кусочка это сделать. Можно так и так, это, в принципе, на скорость не влияет. На специальные распилы сделаны для того, чтобы снять внутреннее напряжение. Так, далее, что у нас идет далее? Вот эти вот, что это такое? Это ограничители. Потому что здесь будет идти еще 4 ящика. 4 выдвижных ящика, они будут идти у нас на колесиках. И это будет ограничение для того, чтобы ящик не уже под саму кровать не заезжал. Это специально сделано. Опять же таки, по желанию заказчика. Все это сделано. Сейчас поставлю ящики и потом
Уже сейчас немножко покажу с ящиками. Так, по матрасу давайте сразу же скажу. По матрасу здесь матрас будет высокий. Здесь матрас будет вот до этой точки. 50 сантиметров он будет над уровнем пола. Я понимаю, что это обзор, скажем так, без матраса, но как-то тяжело представить себе, что он собой уже представляет. Потому что когда он уже будет с матрасом, вот тогда оно даст уже, конечно, свой эффект. Сейчас поставлю ящики и покажу. Ящики. Стоят ящики, значит, в принципе, здесь кое-что. Ящики у нас на колесиках. Они, получается, что независимые. Как открывать их? Снизу вот сделана специальная щель такая, потому что здесь они утопленные, получается, что даже за царгой, да? И здесь какую-то ручку, она будет неудобно. То есть самый оптимальный вариант, самый правильный, это вот снизу. Я его достал, выдвинул аккуратненько и, соответственно, уже задвинул. О, и он стал уже до упора. Вот оно так смотрится, до упора. Если, например, я вот стою с этой точки, да, вот, я думаю, что кому-то она больше не будет. Скрепление ящика, вот, не крепление, а колесико, я не вижу. То есть здесь будет хорошо, четко смотреться. Здесь не будет никаких-то вот... И, конечно, если уже я буду нагибаться слишком, да, тогда уже видно, что там идет колесико. Ну, вот, вот здесь я стою, даже телефон еще ниже вот так вот опустил, вот. Или, например, вот мой уровень зрения, вот так. То есть ничего не видно, все хорошо, все сделано здесь правильно. То есть дизайнеры поработали хорошо. Здесь даже речи быть не может. Оно четко видно. Ящика особо здесь даже не видно. Значит, было условие такое, чтобы здесь столбик был спрятанный, чтобы не мешало. Как раз вот получается такая кровать, что она не мешает и ноги не оббиваются. Как раз все хорошо. Так, ну и дальше здесь уже рейки. Я не ставил вот такие ламели, не ставил, потому что, опять же таки, заказчик сказал, чтобы здесь были рейки. Ну, короче, рейки. Вот то, что у нас получилось. Как я говорил, что пока без матраса. Пока так. Значит, покрытие. Покрытие масла с белым пигментом. Ну и вот еще к этой кровати еще две тумбочки. Точно так же в этом стиле, в этом же исполнении, с этим же покрытием, из того же материала, то есть шпанированная фанера. Так, все, спасибо за внимание, на этом пока. Пока все, до свидания, удачи в работе.